Сегодня начал свою работу 15-й Красноярский экономический форум 2018. Первый день стартовал с молодежной площадки «Поколение 2030», где главная тема – экономика будущего. Представители активной молодежи в различных форматах обсудили создание среды для креативных индустрий, цифровые технологии для экономики будущего, а также провели молодежный кейс-чемпионат «Бизнес-кап». Первый день форума также прошел под лозунгом «Дискуссия в живом формате», который позволяет получать мгновенный отклик от молодежи, участников форума и приглашенных экспертов. Около 1000 человек приняли участие в дебатах, дискуссионных площадках, мастер-классах, чтобы найти новые подходы развития бизнеса и экономики. Из Тувы в форуме принимают участие глава региона, вице-премьеры и отраслевые министры. Напомним, Красноярский экономический форум «Россия-2018-2024», реализуя потенциал, пройдет с 12 по 14 апреля. Участники обсудят образ будущего России в новом периоде. В рамках форума состоится презентация проекта «Енисейская Сибирь» – макрорегиона, объединяющего экономические интересы Красноярского края, Тувы и Хакасии. «Енисейская Сибирь» рассматривается в правительстве Российской Федерации в качестве пилотного проекта реализации стратегии пространственного развития России до 2025 года. Макрорегиональный проект будет представлен через несколько крупных проектов, одним из которых является строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагина.